Осенью 2022 года Алсынов выступил против войны с Украиной и мобилизации. В апреле 2023 года Алсынов был одним из организаторов народного схода в селе Ишмурзино. Собравшиеся протестовали против добычи золота на горном хребте Ирандык. Алсынов произнес там речь, выступив против привлечения мигрантов для работы в Башкортостане. В октябре 2023 года глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал заявление на Алсынова, обвинив его в оскорблении трудовых мигрантов. Против активиста возбудили уголовное дело.